Система слежения теперь всегда у вас под рукой. Через год штрих-код сходит сам с собой, остается только маленький теплый комочек в груди. Это чувство выполненного долга перед Родиной. Что у вас, стреляйте шумно, не испугайте. Иди давай. Опаздываем. Ну что, сейчас. Здравствуйте. Не хотите заполнить анкету? А вы из какой газеты? Комсомолка? Я с удовольствием. Знаете, меня зовут Кирилл Николаев. Запомните это имя. Я очень люблю своих поклонников. У меня есть группа ВКонтакте. Всех добавляю в друзья. Сфоткаться? Скоро планируется запись альбома, съемки клипа. Пойдемте со мной. Хоть накрасим. На тебя вся надежа! Где тут воевода? Главное, мне надо главного! У меня выступление, дядь, не могу. Нельзя туда. Не положено. И раз, два. Кирилл Николаев. Спасибо тебе, мое сокровище. Как зовут? Вообще-то Оля. Но для друзей Рокси Бокси. Дамы и господа, представляю восходящую звезду, будущий лидер. Привет. Кирилл Николаев. Небольшая корректировка в программе. Занавес. Наш первенец, красавец, орел. Вот он, Кирилл Николаев. Прошу любить и жаловать. Сынок, несколько слов. Вы знаете, первая песня, которую я хотел исполнить, это песня Элвиса Пресли, который, как вы знаете, тоже очень любил армию. Поехали. 1, 2, 1, 2, 3, 4.